На трассе в Козульском районе произошло смертельное ДТП. Трое погибли на месте, один из них 11-летний ребенок. Все случилось накануне около 7 часов вечера. Toyota Ipsum двигалась со стороны Ачинска в направлении краевого центра. По предварительным данным, 21-летняя девушка-водитель ехала по правой разгоночной полосе. Не успев перестроиться или притормозить, она на скорости выехала на гравийную обочину, затем резко повернула руль влево, чтобы все же вернуться на асфальтированную дорогу. При этом Toyota оказалась между двумя фурами, чтобы не врезаться в них, девушка выехала на встречку. В результате чего произошло столкновение с автомобилем «Лифан». Под управлением заместителя начальника муниципального отдела МВД России Большой Луйский. Удар был такой силы, что женщина-водитель, а также ее мать и сестра, находившиеся в автомобиле, погибли на месте происшествия. Серьезные травмы получил водитель «Лифана», 31-летний полицейский. После столкновения он был в сознании, очевидцы оказали ему первую помощь. После мужчину госпитализировали, у него сломаны ребра, открытый перелом колена и ушибы. Сейчас по данному инциденту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшей аварии. Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей. Госавтоинспекция разыскивает свидетелей и очевидцев, желательно тех, кто передвигался в это время с 19 до 20 в районе Козульки, у кого есть видеорегистраторы, чтобы обратились в ближайшее подразделение госавтоинспекции, потому что нам необходимо сейчас установить еще дополнительных очевидцев, тех водителей грузовых автомобилей, которых опережала водитель Toyota Ipsum. Потому что данные водители просто не остановились и проследовали дальше, в сторону города Красноярска.